Улица Летняя в селе Витязево обретает новый облик. Осенью прошлого года здесь из-за аварии на водопроводе пришлось снять асфальт и проложить новые коммуникации. Работы по этому проекту уже завершены, дорога восстановлена. Жители улицы навели полный порядок перед своими дворовыми территориями. А вот тротуар, который проходит вдоль старого греческого кладбища, подлежит полной замене. Несколько сотен метров – это настоящее испытание для пешеходов. Поэтому было принято решение полностью снять старое покрытие, сделать отсыпку и положить новый тротуар. На сегодняшний день работают две бригады. Бригада Костырина, бригада Полухина. Общее количество людей сегодня 8 человек. Вы видите на дальнем плане, у нас люди придут демонтаж тротуарной плитки. Параллельно ведется установка поребрика. И сейчас подъезжает песок и начнется дальше продолжение укладки тротуарной плитки. Объемы работ внушительные. Только одних поребриков предстоит установить более 300 штук. Сюда же уйдет полтонны цемента и 20 кубометров песка. Сотрудники работают без перерывов, ведь улица Летняя – одна из центральных курортного села Витязева. А отсутствие нормальной пешеходной зоны, где можно проехать с коляской – настоящая проблема. Однако сами жители ко временным неудобствам относятся с пониманием. Осенью прошлого года вот отсюда, вот на той стороне, прорвало трубу. 700-ка она, кажется, идет. Вот, все здесь было наводнение, все было грязно. Вот, в этом году, я вот смотрю сейчас, асфальт сделали, трубу сюда перекинули, другую линию сделали. Это все хорошо. Деревья мы посадили, вообще ни одного деревья здесь не было. Это все мы вот посадили, думаем, хоть что-нибудь красиво сделать. А так, уже чистота, уже видно, что работа идет, работа продвигается. Уже в эти выходные будет дан старт официальному курортному сезону. В Витязево приедут сотни отдыхающих. Но, как заверили коммунальщики, все работы будут завершены уже на следующей неделе.